Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 41 рабочей тетради по математике для первого класса, автор Маром. Объясни, как можно рассуждать, выполняя вычитание 13 минус 4 и выполни вычисление. 13 – это 4 и 9. Если мы из 13 вычтем 4, у нас останется 9. Пятнадцать минус семь. 15 – это 7 и 8. Вычитаем 7, остается 8. 12 – это 3 и 9. Вычитаем 3, остается 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.